Игорь и Артём. Понятно? Начало первого сета. Ну, Артём просто показывает чудеса. У меня даже слов нет. Что мне надо? Ну, тебе что нужно? Скорость. Я беру. Вот это быстро, это медленно. Мне нужно что-то среднее. Это прожимает легко или просто... Сеум Вега. Начинал он тихонечко, а теперь разыгрался. Так, Артём, какой счет? 4-0. Да, доник пробивается. 1-4. Пять один. 1-5. Артём ведет. 6. Ну чуть дольше. Или он каждый день по 12 часов играет. А сколько ты, Артём, играешь? 2-6, да? Только ты лучше знаешь. 5-2. 6-2. 5-2. Извини. Ну он каждый день играет, правильно? 6-2. Давайте турнир закончим, чтобы люди могли играть. 2-6. Артём ведет. Саныч! Второй стол тебя ждет. Саныч! 3-6. Четыре. 6-4. Артём ведет. 7-4. 8-4. 6-4. Игорь, озвучь. 8-6. 9-6. 10-6. 6-10. Подождите, Усман, подожди одну секунду. 7-10. А, сетка была, извините. 6-10. Второй стол. Усман. 7-10. Привет, пока. Вот видишь, Тань, пока. Ой, давай, счастливо. Партия. Первый сет выиграл Артём. Не-не-не, сам за ветра, да? Давай, последний. Разыг, а последний розыгрыш. 1-0. Йо, да посмотри, как его. Ветром унесло, да? 1-1. Ждите. Еще одна с Игорем осталась. Потрясающе. 2-1. 2-2. 2-2? Да. Ага. Три-два. 4-2? 2-4. Игорь ведет. 3-4. 4. 4-4. Ну, Артём показывает чудеса. 3-5. Ветром унесло, да. 4-5. Ждём. Я даже так не могу сделать. 4-5.
4-5, ждем, пока успокоится ветер. Успокойся, дети. И ты понимаешь, он же со всеми. Вверх, играет. Так, готов? По пяти? Да, 5-5. 5-6. 6-6. Один. 7-6. Игорь ведет. Я сам чего? Вот он же народу. Пересыльный пункт. Он же вчера ловил рыбу пару поскольку. 4-2-1. Под водой там опять. А он рыба ловит. 8-6. 6-8. 7-8. 9-7. 10-7. 10-7. Наш опытный игрок Игорь. 10-7. Да. Ветер сильный. Северный. 8-10. 9-10. Она там что-то наклонилась. У нас вообще сетка кривая стоит. 10-10. Не рами натягивай ее, наоборот. Спасибо. Да она у вас кривая. Вы что, не верите или что? 11-10 в пользу Игоря. Опа, мне повезло. Партия. Да, ее оттягивать не надо. И наоборот, к столу. Артем, ничего страшного. 1-1. Третий решающий сет. 2-3. Артем, это наш опытнейший игрок, так что имей в виду. Не надо ему ничего не придумать. Взбодрился. Видишь как? 1-0. 3-4. Потерялся? Так, третий сет пока откладывается, ищут мячик.